Всем привет! Приветствую на своем канале Игра Евротрак Симулятор 2, версия игры 1.45, бета-версия. Обзор модового грузовика Volvo. Volvo FH4. Такой вот, ребята, грузовичок у нас на осмотре. Передние брызговички, задние, все как положено, прикольно. Так, ну давайте пробежимся, ее посмотрим. Так, у нас здесь 4 кабины. Поменяться. Вот так вот делается, значит, да? Прикольно придумано. Сейчас посмотрим, как здесь. Ага. Так. Так, вторая кабина. То же самое. Ну, салон, конечно, интересно сделан и прикольно. Мне нравится. Руль меняется. Так. Третья. Ага. Тоже, как обычно, стандартовская. Ну, тоже. Палочка, все здесь так интересно. Прикольно. Так, эксклюзив. А, телефон. Так, ну мы возьмем, наверное, третью. Это костюмы. Две верхние, ладно. Будем так смотреть. По шасси. Три шасси, 4 на 2. Шасси 4 на 2, 4 на 2, 6 на 4. Так. Возьмем 4 на 2 по двигателям, очень много двигателей, 420 лошадей, 500 и 600, ладно, возьмем 540, поставим по коробочкам, 1, 2, 3, 4, 5 коробок, все shift, 12 передач плюс ротардер оставим. Так, ну салон эксклюзив. Так, вот стандартовский такой. Я возьму эксклюзив. Так, по покрасочкам. Так, есть скины. Прикольно. Очень много скинов. Ссылочки все оставлю на это Volvo в описании под видео. Так, давайте вот этот возьмем. Такой интересный, красивый. Так, по тюнингу. Ох, тут много, сколько тюнинга на ней. Маячки. Краска, заводской вариант. Краску возьмем. Так, ладно. Надписи. Так, это не надо. Так, краска. Красочку. Так, зеркала, краска, краска, костюм заводской. Давайте краска, костюм. Краска, пластик, красочку. Так.
Так. Не так оставим. Ох ты, красотка прямо. Так, по фарам. Так, так, так. Так, колеса ее наставляем. Так, по салончику. Так, навигатор, а на телефон. Так, на лобовом стекле. Радар. Баночка кофе. Так, ну ладно. Такая вот, ребята, у нас Volvo получилась. Прикольно. Volvo Mafia. Сейчас покупаем. Смотрим. Вот, ребята, наша Вольвочка. Прикольный мод. Заводим ее. Ближний горит, дальний горит, аварийка работает. Ого, как перещелкивается передача, коробка, классно. Задний ход присутствует, звуки классные. Так, правый поворот работает.
Левый работает. Так, заглушим. Прикольные звуки. Ключик поворачивается. Навигатор работает. Левая кошка анимация есть. Правая анимация есть, присутствует. О, как классно ручник работает. Звуки классные, ребята. Вообще офигенный мод. Щелка, все, ручник работает. Так, дворники. При положении слышно, как даже работает звук. Так, бортовой компьютер работает. Аварийка все работает. Ну что, поехали прокатимся на ней. Да. Не, ребята, классно. Ой-ой-ой, куда-то я заехал. От радости видно. И звуки хорошие у ней. Прыгает. Да, прикольный мод, особенно звуки, ребята. Блокировка дифференциала включена, что ли? Этой клавиатуре играть так? Thank you.
Вот такая вот, ребята, вольвочка. Классный мод, конечно, мне понравился. Особенно звуки, все вот эти переключения в коробке. Вот. Так что всем спасибо за просмотр. Увидимся в дальнейших видео. Всем пока-пока, удачи.